постам. У нас критическая ситуация. Мы теряем высоту. Покинуть корабль. Покинуть корабль. Это возмездие. Мы падаем. Держитесь. Возмездие, это рейдер. Как слышно? Крок! Крок! Место крушения. Много раненых, осколочные. Сильное кровотечение. Нужен санитарный транспорт. Это 1-1. Понял. Санитарный транспорт. Ваши координаты. Нет приема. 1-1. Передаю вслепую. Повторяю, нет приема. Где вы находитесь? Итан. Сюда, сэр! Десант. Рад, что вы живы, сэр. Сержант Брукс на той стороне. Спасибо. Займитесь им. Есть, сэр. Капитан! Скорее, сэр! Помогите снять это! Держись, парень. Капитан Рейс нам поможет. Спасибо, сэр. Нормально. Все норм, командир. Просто немного застрял. Сейчас. Мы все сделаем. Бежите его, капитан! Сильное кровотечение. Надо остановить кровь. Пойду искать аптечку. Бегите меня и зажмите рану. Я понял. Иди. Уж простите. Вечно у меня много крови. Спокойно, Касс. Потерпи. Я, наверное, получу пурпурное сердце. Лейтенант будет в восторге. Да, да, еще как. Я вернусь в строй. Не сомневаюсь, подлатаем и на передовую. Брукс, где аптечка? Давай! Это что, дождь? Покойся с миром. Ничего не нашел, сэр. Мы сделали все, что могли. Ну и денек, командир. Семпер фи морпех. Идем на корабль. Сэр, десант! Свой! Свой! Капитан Рейс, со мной десантники. Командир, сержант, рад вас видеть, парни. Нам сюда. Капитан? Лейтенант? Где тебя носило? И я рад тебя видеть. Брукс? Мэм? Касима. Убит, лейтенант. Гибсон тоже. Мирный не павшим. Бойцы ждут тебя, сержант. Подготовь их. Жди приказов. Морпехи, за мной. Что тут у вас? Забрали с возмездия все, что могли. Лифт на верфь в 100 километрах к северо-западу.
А мы у черта на куличках. Пролетал разведчик СДФ. Мы его сбили. Будут еще. И их собьем. Стратком? Связи нет. Мы отрезаны. Я сделаю все, чтобы мы выбрались. Вы наш командир, а не спаситель. Все равно ответственность на мне. Разумеется. Вы прервали задание, капитан. Вообще-то он спас корабль. Это хорошо, но верфь по-прежнему стоит. Послушай, силы стаи во всех волках, во всех. Цена не имеет значения. Они знали, на что шли. Если у тебя не хватило воли сделать выбор, значит, тебе, как и мне, не место в вожаках, капитан. Если бы я пошел на таран, все бы погибли. Где их победа? Они не этого хотели. Разведчик СДФ! В укрытие! Бейте наверняка! Подпустим поближе! Внимание всем! Это Металл-1! Итан, каков статус? Подхожу, сэр! Отмечаю! Не стрелять! Армия роботов докладывает о готовности, сэр! Он взломал ботов Олимпа! Вот умник! Сколько их там? Полная рота! Они тупые, но могут сражаться! Отлично, Металл-1. Садись и жди приказов. Есть, сэр. Капитан, мы все с вами, сэр. Спасибо. Вернемся к делу. Есть, сэр. Мы тут сидим, как живые мишени. Мы уже не сидим. Мы наступаем. Туда. На штурм ворот. Пробиваемся наверх, берем корабль. Скажи всем. Есть. Я займусь транспортом. Гриф где-то там. Зайди. Возьми оружие. Солт. Рад, что ты еще здесь. А куда я денусь? Есть мысли, Гриф? Что-нибудь, что убьет почти всех, но оставит парочку для меня. Тут, к сожалению, не все уцелело. Ваш комплект вон там, на столе. Гриф, пойдешь со мной. У нас каждый ствол на счету. Есть, сэр. Мак, на вас группа Эхо. Так точно, капитан. Гамильтон, в этот раз ты мне понадобишься там. Сахора, сначала подготовь зенитку, а потом переживай насчет налета. Пусть дорога идет тебе навстречу, а ветер всегда дует в спину. Пора ведь? Кто в кабине? Бокс, мы в надежных руках. Бокс, иди низко, чтобы не светиться на радарах. Есть, сэр. Вот приберегла для вас. У нас их мало, но я знала, что вы вернетесь. Спасибо, Етиде. Бокс, на старт! Взлет на 3, 2, 1. Дамы и господа, мы здесь не ради победы. Наш долг – не допустить поражения тех, за кого мы сражаемся. Миллиарды людей дома даже не знают о нашей работе. Но они узнают о ее результатах. Удачи вам всем! Ура! Наша главная цель – проникнуть на орбитальную платформу. Подлететь прямо к верфи нам не даст активная система перехвата, поэтому пойдем по земле. Пока итановские боты отвлекают противника, наши вороны сядут у периметра платформы. Там есть 3 зенитки. Их надо уничтожить, чтобы наша авиация смогла нас поддержать. Для их ликвидации можно использовать средства, захваченные на Олимпе. Капитан, вы подключитесь к дрону, чтобы указывать цели.
Зажгите как следует. Принято, Итан. Когда зенитки будут уничтожены, мы прорываемся на объект и поднимаемся к верфи. Стыковка через 5 секунд. Принято, Бокс. Пора на выход. Принято. Внимание, на площадке опасно. Рейдер Браво-1, идите к точке входа с запада. Всем приготовиться к высадке. Касание. К бою. Это Эхо-1. Марк, у нас ожесточенное сопротивление. Осторожно, сержантное колчание противника. Пригнись, в укрытие. Понял. Понял. Итан, работай по той зенитке. Принято. Беспилотник в воздухе. Готов работать по вашей цели. Принято. Накройте эту пушку, чтобы шакалы смогли пройти. Зенитки бьют по шакалам. Цель отмечена. Хорошо сработало. Внимание, первая зенитка уничтожена. Ясно, командир. Группа поддержки Эхо на подходе. Они помогут попасть внутрь. Эхо на точке у ворот. Инженеры, нам нужен проход. Принято, глубокий. Ворота открыты, вперед! Входа полно СДФовцев. Зачистите зону! Десантные капсулы на подходе. На подходе свои! СДФ на входе! Уничтожить их! Выдвигайтесь ко мне! Ворон 3 с подкреплением на подходе. Понял! На подходе свои! СДФ на входе! Уничтожите! Район под контролем! Вперед! Ворон 3, высадка десанта.
сроком мы прикроем. Командир, я помогу с дверью. Наши роботы стреляли. Рад сражаться с вами, сэр. Вражеский корабль! Ложись, капитан! Крок! Он мертв, Рейс. Черт! Беспилотник готов. Жду цели указаний. СДФ удалось нарушить канал связи с дроном. Не промахнитесь, сэр. Цель отмечена. Понял. Стреляю. Ба-ба! Цель уничтожена. Отлично, командир. Вперед! Рейс, это центральная! Есть, да! Вперед! 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 Впер
противник! Эскадрилья, требуется огневая поддержка. Нужно ударить по зениткам. Капитан, внимание! Зенитки не уничтожены! Рейд, это Си-12 твоя добыча! Еще одно мега! Вижу! Продолжай атаку! Расчетные 5 секунд! Шакалы открывают огонь! Будьте осторожны! Принято. Капитан, внимание! Зенитки не уничтожены! Шакал 2-5! Необходимо уничтожить огневую точку любой ценой! Никак нет! 2-5 пустой! Ничего не осталось, сэр! 2-5! Нужно ударить по этой позиции! Без вариантов! Принято, командир! Я протараню огневую точку! Попутного ветра, сэр! Попутного удачи! Ветра. Носороги! Нужно подкрепление на мосту! Прием! Принято! Носороги выдвигаются! Марш! 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 Носороги на месте! Есть! Внимание всем! Зенитные орудия уничтожены! Понял. Мы выходим! Проходим по мосту и входим! Понял! Цель подтверждаю! Отлично, командир! Внутрь, давай! Быстрей! 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 Так, стоп! Гриф, за командира! Мы с морпехами будем здесь, чтобы выиграть время. Нет, идите с капитаном, я останусь. Ну что ж, вот, держи. Идем дальше. Обожаю перестрелки. Вы трое, останьтесь с Грифом! Задайте им жару. Так, вот двое сюда, прикройте. Ты на ту сторону. Делаем дело и валим отсюда. Держитесь так. Ты тоже, Мичман. Покажи им класс, Гриф. Пробьем как миленьких, сэр. Мир павшим. Мир павшим. Нужна схема верфи. Есть. Передаю. Это судно СДФ в сухом доке. Их строят, чинят или загружают. Можешь найти там пригодный корабль? Да, мэм. Обнаружил один с прыжковым двигателем. Отлично. Нам подойдет. Каков план атаки, когда доберемся наверх? Будет засада. Он прав. Лифт — единственный выход на поверхность. Они нас точно отслеживают. Могу запустить экстренную блокировку еще до вершины. Мы выйдем наружу. Ранцы наш плюс. Клин клином. Как все зачистим, поедем наверх. Принято. Солт, Мак, вы со мной. Брукс, Итан, если мы не справимся, отправляйтесь наверх и надерите всем задницу. Итан может пилотировать. Понял вас, капитан. Встретимся наверху. Удачи, сэр. Держитесь тут. Принято. Держи.
нас гости. Вперед, Рэй. Нам нужно сохранить элемент неожиданности. Сектор под контролем. Шум нас замаскирует. Сперва атакуйте правое эскадрилье. У нас все в порядке. Идем дальше. Будьте начеку. Они задействуют всех ботов, какие есть. Значит, наши дают им жару там внизу. Посмотрим, можем ли мы им помочь, отключив пусковые установки. Солт, у тебя есть заряд? Хорошо. Двери открываются. Черт! Уходите, пока не рвануло! Капитан, прошу вас! Задание! Отпустите! Капитан! Мак! Мак! Нет! Проклятие, Мак! Зачем она это сделала? Затем, чтобы мы продолжали. Они все еще рассчитывают на нас. Ты прав. Давай разберемся с западней. Все чисто. Впереди враги. Тише. Думаем, Сатла следит за этим этажом. Мы двое, давай сюда! Охрана Шаттла, вперед! Выпускаете шесть! Сколько у нас? Станция для шаттлов. Мы уже у них. Чисто! Давайте поднимем сюда остальных и попадем на корабль. Понял. Готов к разгрузке, капитан. Спасибо, сэр. Где Стармех? Она погибла. Надо идти. Чисто! Чисто! Который корабль, Итан? Вон тот. Это эсминец. Полностью нагруженный. Используем? Чтобы пробиться? Нет. Чтобы зачистить все. Корабль не будет стрелять. Оружейная система отключена. Забудь про оружие. Мы просто стартуем, прыгнем и смоемся.
Боц, как нам активировать орудие? В системе наведения, сэр. Где эта система? В штабе, мэм. На челноке вон туда. Кто это сделает? Я. Ты не сможешь вернуться. Они откроют огонь, если мы будем ждать. Не надо ждать. Капитан? Как вы вернетесь? Никто не вернется. Ты сядешь на корабль и уничтожишь это место, Солт. Сделай, что сможешь, прежде чем СДФ собьет тебя. Я сделаю все. Взорву верфь и выберусь оттуда. Ты не успеешь. Посмотрим. Можешь делать все, что угодно, но задание выполни. Ну что, все согласны? Нужна команда для запуска. Придется пробиваться. Челнок, Брокс, займись им. Итан, за мной. Нет, мэм. Капитану будет нужна моя помощь добраться до штаба. Черт с вами. Ты знал, что мы здесь подохнем? Нет. А вот Магда... Что ж, значит, встретимся в аду. А то. Ладно, господа, вперед! Удачи. Капитан, прием. Принято, Итан. Я проник в их сеть. Вижу вас хорошо. А позиции противника? Их я тоже вижу, сэр. Рейс, это самоубийство. Я отдал тебе приказ, Солт. Капитан не всегда может всех спасти. Не всегда. Выходите здесь, сэр. Вроде никого нет. Принято. Стыковочное помещение. Там должно быть полно всего. Последний рывок, да? К сожалению, сэр. Все готово. Куда теперь? По коридору к носовой части. Принято. Стесните! Плохие парни, впереди! Приближаюсь к эсминцу. Нужно разблокировать оружие и освободить корабль. Без них ничего не выйдет. Принято. Внимание! Вражеские воздушные корабли приближаются к вашему сектору. Принято. Вижу их. Конец связи. Капитан, вас поджидают у выхода. Укрыться негде! Thank you.
Приближаюсь к эсминцу. Нужно разблокировать оружие и освободить корабль. Без них ничего не выйдет. Принято. Внимание, вражеские воздушные корабли приближаются к вашему сектору. Принято, вижу их. Конец связи. Капитан, вас поджидают у выхода. Укрыться негде! Я об этом позабочусь. Итан, здесь тупик. Используйте вентиляцию. Слева наверху. Принято. Рейдер, мы на борту под обстрелом. Что у тебя? Нас серьезно прижали. Поспешите. То же самое. Тороплюсь как могу. Задержи их. Спасибо, напарник. Вопреки всем обстоятельствам, я получаю удовольствие, сэр. Я тоже. Отличный выстрел, сэр. Вам нужно подняться на лифте к системе наведения. Почти на месте. Принято. Принято. Ничего такой арсенал. Лейтенант, они идут на борта! Рейс, мы несем потери! Время на исходе! Итан, противник на борту эсминца лейтенанта. Сэр, огневой пост прямо по курсу. Будьте осторожны, персонал вооружен. Ясно. Итан, противник на борту эсминца лейтенанта. Сэр, огневой пост прямо по курсу. Будьте осторожны, персонал вооружен. Ясно.
Чисто металл один. Терминал системы наведения должен быть на главной панели, сэр. Я у терминала, Итан. Ты разблокируешь захваты, я активирую систему наведения. Фронт заблокировал релейники. Я могу разблокировать их и освободить корабль вручную, но один я не справлюсь. Я вернусь. Нет времени. Излучение ядра может отключить мой процессор. Сломайте меня и берите управление на себя, сэр. Воспользуйтесь модулем взлома. Я вижу, где вы, сэр. Ладно. Готово. Немного странно. Странные ощущения, сэр. Что дальше? Распределительное. Идите вдоль труб. Вытащим предохранители, перегрузим сеть, расплавим релейники до шлюза. Итан, зачем тебе я? Ядро обладает электромагнитными свойствами. От замыкания мой процессор может отключиться. Вы поможете мне перемещаться. Помогите мне попасть в распределительную, и я мигом устрою перегрузку. Мои шасси рассчитаны на куда более высокие температуры, сэр. Двигайтесь дальше. Зал с ядром прямо по курсу. Что дальше? На моем экране видны индукционные кольца. Вытащите конденсатор, чтобы дестабилизировать реактор. Похоже, начинается перегрузка. Убираемся отсюда. Нет, сэр. Ядро еще держится. Чтобы начать реакцию, нужен заряд. Я самоуничтожусь, сэр. Взрыв вызовет воспламенение ядра. Взрыв запустит цепную реакцию и освободит корабль. Должен быть другой выход. Боюсь, другого пути нет, сэр. Понимаю, что вы колеблетесь, капитан. Не волнуйтесь, я готов. Удачи, Рэй. Было честью знать вас, сэр. Это честь для меня, Металл-1. Рейс, мы можем двигаться. Активируй систему наведения. Система наведения активирована. Управление на тебе. Поняла, беру управление. Цель отмечена. Огонь по моей позиции. Рейс, уходи оттуда. Стреляй по моей позиции, Солтер. Я не могу, Ник. Нора, выполни задание. Это приказ. Оружие к бою. Всем постам разрешается открыть огонь. Орудие, сектор 5-1! Открыть огонь! Открыть огонь! Обнаружены ракеты! Азимут, ваше дело! Задействую контрмеры! Держать цель! Держать цель! Сконцентрировать огонь! Сконцентрировать огонь! Оба офицера, осознавая серьезную опасность и несмотря на огромные жертвы, спланировали и искусно провели атаку, с честью исполнив свой воинский долг. Команда Рейс и лейтенант Солтер были готовы пожертвовать своей жизнью, жизнями экипажа, приняв ближний бой с превосходящими силами противника. В ходе операции было уничтожено значительное число кораблей противника и взорвана орбитальная верфь фронта обороны колонии. Наши офицеры совершили настоящий подвиг, лучше в традициях космофлота. Мир павшим.